Несмотря на свой юный возраст, 6-летние Арина и Ксюша с будущей профессией определились. Воспитанницы детского сада «Волгарик» хотят стать инженерами. Со своим проектом «Фабрика мороженого» Арина Логачева и Ксения Прошанова стали лучшими на региональном этапе Всероссийского робототехнического конкурса дошкольных образовательных учреждений «Икаренок». Теперь девочки собираются покорить Москву. Финал конкурса пройдет с 20 по 22 марта в рамках фестиваля «Профест-2019». Мы команда «Волгарята», мы веселые ребята, с друзьями лего собираем и никогда мы не скучаем. По словам наставника детей Владимира Курганова, летом девочки побывали с экскурсией на Ульяновском хладокомбинате и остались в полном восторге. Но в силу обстоятельств не все воспитанники группы детского сада смогли увидеть цехофабрики и конвейер. Поэтому юные инженеры решили собрать из конструктора «Лего» свою собственную фабрику мороженого, оснастили ее управляемым с компьютера автомобилем для подвоза продуктов и показали всем ребятам. И мы приняли решение сконструировать ее из «Лего-конструктора», потому что это очень удобный и очень востребованный детьми материал, потому что дети детского сада очень любят «Лего-конструирование» и проявляет интерес. Научить детей логическому мышлению, открыть способности к программированию и ораторскому искусству – одна из главных задач современного дошкольного учреждения номер 186. Мы в течение многих лет занимаемся инновационной деятельностью. Мы являемся областной стажировочной площадкой Ульяновской области по развитию интеллекта и мышления детей дошкольного возраста. И одна из наших задач именно сформировать не просто само мышление, а сделать так, чтобы детки были умными, поскольку мы развиваем их способности, и в частности способность мыслить, размышлять, проводить собственные исследования. Сегодня в регионе активно развивается идея цифровизации и связанная с ней сеть специализированных центров, кружков, кванториумов. Там дети, играя и изобретая, получают бесценный опыт и новые востребованные в современном мире навыки. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.